Всем привет, дорогие зрители, вы на канале DW Play, Genshin Impact. Первый запуск, первый обзор мой по этой игре. Короче, ставил я на ночь монтаж видео, утром просыпаюсь, места не хватает. О, наверное, громко, да? Блин, дрожит, конечно, как. Капец. Просыпаюсь, смотрю, у меня установлена игра. То есть она уже вышла, наконец. Такие. Так, ну ладно. Появляются дороги. Блин, дрожит, конечно. Так, что нажимать тут надо? А, регистрация идет, да? Тут. Я уже там предрегистрацию сделал, поэтому она автоматически установилась у меня. Ну вот так вот, сейчас я зарегистрируюсь в игре и мы продолжим. Так, ребята, ну что, я зарегистрировался. Вот, напоминаю, вам необходимо скачать 6 гигабайт. И вы подключены к мобильной сети. Продолжить. Да, подтвердить. Все, пошло скачивание нужных ресурсов. Возможно, тогда уже перестанет так лагать. Вот. Ну, после того, как скачается все, мы продолжим. Ребята, я дождался, короче, когда запустится игра. Вот уже прошел целый день, еще плюс с работы вернулся. И вот, захожу в игру, как вы видите, уже изменилась графика, вообще другая анимация пошла. Блять, правда, еще все еще так же дрожит. Ну, давайте посмотрим, может, сама игра попроще будет. Так, все, Европа. Уже, видите, выбираешь там начать путешествие, посмотрим. В смысле загрузка данных. Да. Походу это будет не быстро, ребят, поэтому. Там, блин, капец. Сейчас будет при монтаже, у меня каждое, не знаю, 10 секунд будет затемнение и следующий кадр. Ну ладно, ребят, что ж поделать. Как говорится, против системы не попрешь. Давайте так. Давайте там мигом пройдет, а я пока подожду. Ого, ребята. Короче, бум-бум. Загрузился меня на 100%, потом по новой опять начал загружаться. И, короче, вышла вот такая дверь передо мной, просто не успел это заснять. Ну, начнем, посмотрим. Ну и что дальше будет? Он так и будет грузиться дальше. О-о-о, капец. Вот так, короче, у нас запускается игра. Да, ребята. Обидно, прискорбно. Блин, может, надо было настройки зайти. О. Блин. Не, я уж подумал, может, она зашевелилась. Короче, как-то так, ребята. Ну, у меня не хреновый телефон, сразу говорю. Ну, давайте я потише сделаю, там уже, в принципе, толку никакого от этого звука будет. Ну, у меня 4 гигабайта оперативной памяти, 2 гигагерц. Ну, не самый, конечно, крутой, но не хреновый. Те, что
Подписчики, которые смотрели мой канал внимательно, так сказать, знают, какой у меня был раньше телефон, какой сейчас. Ну, тем, кому интересно, можете сообщить, посмотреть. Я там выставил фотографию телефона, это с техном. Да. Как-то так. О, чуть-чуть движуха пошла. Вот. Ну, может быть, начнется игра. А, вот, выберите персонажа. Ну, хотя, может быть, будет что-то поинтереснее, посмотрим. Сейчас. Ну, в принципе, выбрать персонажа. Давайте за пацана выберем. Угу. Так, введите имя. Ну, может, наберем имя. Может, игра оптимизирует так, чтобы на телефонах лучше брало. Так, что там? Это нельзя ставить? А, можно. И play. Надеюсь, так можно ник прописывать. Не может содержать пробел. Так я... А, ну пробел, ладно. Пробел, думаю, не критично. А так? О, так пошло. Блин, я уже думал, может остановить запись, а походу... Что-то может и получится. Вот это. Я не знаю, может быть заставка... А можно пропустить как это заставка, конечно. Я не знаю. Ну, короче, телефон у меня так... запускается. Опять-таки, ну... Будем надеяться, что оптимизируют игру настолько, или же опять-таки, может мне настройка надо было убавить графику. Может это я упустил. Ну, так скажем. Давайте уже пускай это пройдет и я продолжу. Может сейчас попробую еще перезапустить игру и убавить графику, может тогда будет получше. О, не успел я выйти, как... так божество лишило мне сестры, оно наложило на меня какие-то магические узы, и я потерял все свои силы. Все, это типа сейчас у нас загрузочка идет, да? Ну пусть уже загрузится, ребята, сейчас попробую еще раз перезапустить игру. А может в самой игре можно настройки изменить, сейчас посмотрим. Но придется подождать. То оно, ну, местами быстро загружается, местами долго. Хотя, блин, ребята, если так подумать, ну, игра весь сколько, 6 или 7 гигабайт? Блин, как по мне всегда казалось, если игра, ну, трехмерная, 3D-шная, с красивой графикой, если туда меньше мегабайта требует, то оно будет лагать. А если в нее как бы влаживается так, что там чуть ли не опять-таки 3 или 4 гигабайта, то по идее оно должно было лучше работать. То бишь, я не знаю, может я ошибаюсь. Я не профессионал, конечно, в этом деле, но тем не менее, ну, мне кажется, как бы уже имеющаяся информация, она... легче обрабатывается, чем оно создается там, типа, разархивируюсь. Короче, ну, поняли. Блин, что я вообще не сможешь сказать? Ну что? Давай, давай, да загружайся уже в конце до концов. Ну что, ребят? Вот так вот, короче, остается, вот зависает и дальше не прогружается. Я уже по новой запустил игру, по новой она загружалась. Ну, не скажешь, что так долго, как в предыдущий раз, но довольно все равно не быстро. Она прогрузилась, нету там настроек, графики, ни хрена нету, ничего. И вот так вот, не запускается игра. Как-то так. Как-то так, ребятки. Наигрались, так сказать, не получилось запустить игру. Вот. Но вам спасибо, что зашли на ролик, уделили время. Не буду спрашивать, понравилось вам или нет, конечно. Кому, конечно, это понравится, блин. Ни хрена мы запустить не смогли игру. Ничего у нас не получилось. Это не сильно радует. Но, тем не менее, зато, может быть, это будет ответом для многих игроков, которые, так сказать, игроков, людей, которые скачали игру и не могу запустить ее так же, как я, что, ребят, это не только у вас такая проблема, она и у меня. Ну, а так, прожмите лайк, что ли, подпишись на мой канал, все еще не подпишены. Будем ожидать, когда Genshin Impact оптимизирует и можно будет нам всем поиграть в нее. Всем удачи, всем пока.